Первая категория – это депутаты, которые с правом решающего голоса. Вторая категория – это приглашенные. Так вот, приглашенные у нас – это аппарат собрания, это аппарат администрации. И третья категория – это присутствующие. У нас в регламенте по присутствующим вообще ни слова на сессиях не предоставляется. У нас предоставляется слово «приглашенным» по решению сессии. И все.